Так, всем привет. Будем здесь натягивать потолок. Вон у нас есть гардина. Гардина для штор. Вот перепад в ней получается от основного потолка 4 сантиметра. Там будет вставочка белая. Потолка кусок. И здесь сейчас ниже 4 сантиметра. И пойдет основной по периметру профиль. Но потолок будет у нас в два цвета, то есть разделять его будет светящие линии. Вот сейчас все соберу. Вот такая вот светящая линия, тоже на потолок она крутится. Вот сейчас все соберем до кучи, покрепим вот этот по периметру профиль. Вот, и уже будем собирать по центру квадрат такой светящих линий. Вот. Потолок будет такой необычный. Профиль здесь. Вот, вот здесь есть такой вот зарез, куда заходит потолок. И здесь у нас получается по вот этих пор один потолок, а вот здесь идет другой. Сюда сейчас крепим профиль. Вот так вот по вот этой линии, по лазерному лучу. Вот, и здесь перепад в 4 сантиметра. Вот здесь будем зарезать под углом, чтобы не порвать полотно, там потом будет обклеиваться. Вот, и по центру будет минус 80 сантиметров с каждого угла, и будет квадрат светящей линии по наружу. Здесь будет вроде бы белый, а там будет графитовый внутри. Сейчас все закрепим, придут полотна и будем натягивать. Так, профиль ПВХ укручен по контуру. Вот у нас получается перепад, уже наглядно видно. Вот. Лазерный луч должен идти по ребру профиля, по окончанию, где будет здесь заходить полотно. Вот такой вот перепад потолка. И вот здесь вот такой вот зарез, чтобы вот сюда зашло хорошо и полотно, и гарпун хорошенько, чтобы стал. Вот, чтобы не рвал его ничего. Ну, здесь еще нужно обклеить армированным скотчем, обклеить, чтобы вот эти все надсечки, ребра не порвали полотно, потому что угол острый, и когда в первую очередь защелкиваются углы, здесь мы еще усилим, вот, и когда защелкиваются углы, он может его порвать. Ну, кто как, бывает, что защелкивают вот здесь, а это в последнюю очередь, ну, мне легче так. Вот, и сейчас будем по центру LED подсветку собирать. LED линии, правильно называется, LED линии. Так, нарезали профиля. У нас один с двух кусков, тут где у нас 1,50 м. Вот, а там получается 2 м. Вот, зарезали под 45. Вот, и такими вот уголками все это дело фиксируем, и у нас будет плотненько и четко держаться. То есть мы сейчас на земле его собираем и потом наверх подвешиваем. Вот. И уже заказываем уже по этому размеру потолки. Сейчас все закрепим. И я покажу, как у нас каркас будет на потолке уже. Вот профиль у нас вот здесь закрывается. Это заподлицо потолка. Вот с двух сторон заходит полотно. И вот здесь в центре можно две линии LED, можно одну линию крепить. Вот, и она будет. Ну, одной хватает. У меня дома одна полоса, то есть хватает ее достаточно. Так, светящие линии профиль у нас уже на потолку. Вот, теперь можно делать все замеры и давать на заказ, на выкройку полотна. Вот, здесь у нас еще углы надфиля ушлифануться, вот, и по надобности добавятся еще уголки. Вот, и все, вот эти линии у нас, вот эти линии, край линии заподлицо с в одном уровне с профилем основного потолка. Вот, и нутрянка точно так же. Вот, потом все дособирается в кучу, покажу, и будем уже затягивать полотно. LED линии уже у нас в освещении, гардина точно так же.
Вот, гардина отдельно отключается, вот такой вот модный выключатель, раз, и выключилась, вот, раз, и подключилась, вот, и сейчас уже будем натягивать потолок, вот полок, центр у нас, это у нас идет по краям, это идет в гардину полоска, это идет в центр графитовой цепи. Вот. И сейчас будем сначала наружу все полностью затягивать, а потом уже будем центр. Их можно на гардине, можно там тусклей. Блочки стоят у нас внутри, где будет вставка полотна, чтобы можно было в случае чего там отщелкнуть маленькое полотно между гардиной и стеной и заменить его. Перепаять, как в моем полотне дома, так кто видел, что я перепаял вот эти все кольца. Здесь все четко легло, только в той стороне есть маленькие две складочки. Но я их сейчас разгоню, я сейчас возьму фен для волос. И я его сейчас слегка с помощью скотча вот буду, видите, вот, буду подогревать и немного разгонять. Я сейчас разгоню то. То есть вообще идеально. Получилось вот это вот полотно. Вот и останется нам сейчас внутреннее и вот эта вот вставочка. Так, потолок уже полностью затянут.
Пришлось помучиться с тем углом, там вечно он что-то лопался. Ну, рвался в угол. Уже все нормально. Вставка уже за гординой уже установлена. Вот, и сейчас... Там это выпадает, ты снизь что? Ставлю, когда я там сейчас разберусь. И вот это сейчас вставочка под 45 режем. И вставляем, вот она идет прям. Вот так вот в паз. Вот, видите? Вот ее паз, так, если со стороны посмотреть. Вот. Вот, и оно там защелкивается, пленочка вот эта убирается, и погнали себе установим. Сейчас установим и уже посмотрим окончательный результат. Сейчас так ледовскую видно линию вот эту светящуюся. Гирлянду. У него здесь это, мы вот эту стену зашили, понял? У него как вам зона получилась. Я не хочу в кадр попадать. Ну ладно мы, ну ты же у себя в хате. Понял, кстати, видишь, как не на умеет? У меня там выложена все плитка, у него вообще получилось тут эти мы. Слышишь, как в этом, блядь? Уже все закрыли мы. Ледовской. Силикон. Он такая более такая силиконовая. Вот эта вот вставка. Вот она. Закрывает. Ну, конечно, она чуть есть брак у нее. Вот эти точки. Ну, так не видно. Если посмотреть, есть какие-то, ну, какой-то внутренний брак. Вот. То есть здесь чистое, если взять. Вот где-то было здесь. Нема здесь кусочки. Там был такой, как вроде бы заводской у нее брак. Есть внутри как бы пустота есть. Вот гардина светится. Вот. Вот, все вот так вот, все красиво, вот как он у нас без выключенный. Сейчас я вот так вот сделаю. Во. Вот. Вот так вот. Гардину выключили, и вот, в принципе, вполне хватает.